8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесі барлық ТМД елдерінде тойланады. Осыған орай біз қала тұрғындарының арасында бұл мереке туралы қандай ақпарат білетіндігін, екіншіден олар өз жақындарынан қандай сыйлық алады және қанша теңге көлемінде алады, осы туралы білген едік. Қазақстанда тойланады? Тек қана Қазақстанда ма? Тек қана. Во всем мире? По всему миру. Вроде во всех странах. По-моему, во Франции. Во Франции. Какая-то страна европейская, точно помню. Это уже 100 с лишним лет этого праздника. А-а-а. Вот. Он. Ну, я слышал везде, кажется. Везде? Да, я слышал везде, кажется. Ага. Могу я ошибаться. Я не хочу там дураком показаться. Но я думаю, это везде. Сандай телефон. А да, там везде война. Цветы. Еще? Конфеты. Конфеты? И свою любовь. Ну, чаще всего цветы. Так, букет, роз, потом шоколад, наверное, собираться. Все дарят друг друга, это обоюдно, потому что каждый ждет какой-то подарок необычный. Не столько подарок, а именно момент вручения. Ага. Это всегда так интересно. Как говорят, не столько подарка, а сколько внимания. Ну, смотри, получается, для меня в приоритете это мать. Для матушки делаю большой подарок. Сестренка, сестра, а потом уже жена. Я понял, конечно, если жена увидит, я извиняюсь. Просто для меня вперед, семья это главное. Вообще планов будет. Матушке хотел только денежный прицел хотел дать. Все остальное только маленький подарок. А жене хотел, она давно уже айфон просила. Шоколад. Думаю, конфеты. Шоколад, наверное, максимум. Ну, я буду пытаться уже внимание, потому что я много работаю и должен внимание им уделить не могу. И приходится. А если так будет, конечно, я буду писать, буду за все. Я обязательно извини попрошу, потому что это их праздник, я должен просто сделать приятно. Я же мужик же, это мои женщины, правильно? Я просто обязан им делать приятно. А если в кармане 500 тенге, я извиняюсь. Если я шоколадку возьму, я что-то сделаю. Врать не буду там.